Раз на том же самом месте и в ту же пору. Какая красота! Девушку красоту, пленившись песней юной жениц.
как она прекрасна. Но тот король, вы мне поверьте, был песнями ее пленен. И королевою костили, за песни жницу сделал он. Ничего в награду за песни Мариты, кроме печальных и суровых взглядов. Отыщите на дне своего кошелька несколько жалких муравейдов. Ну? Раскошеливайтесь, сеньор! Раскошеливайтесь! Квадрупль. Золотой. Настоящий. Какая неосторожность, Ваше Величество. Кто бы мог быть этот благородный сеньор? Чистый день. Возвращайтесь скорее, друзья мои. Возвращайтесь. Никого не осталось. Здесь ваш друг. Друг? Который тоже хочет отплатить вам за удовольствие, доставленное вашими песнями. Квадрупль? Еще один. Каким тоном вы это сказали, дитя мое? Можно подумать, что мой подарок вас огорчил? Да, мужья. Почему же? Да потому что... Ну? Простите, мужья. Я слишком бедна, чтобы иметь богатых друзей. И так давно лишилась матери, что разучилась доверять своей радости и печали кому бы то ни было. Но почему же именно мой квадрупль вас так огорчил? Дело в том, сеньор, что это либо слишком много, либо слишком мало для меня. Я не понимаю вас, дитя мое. Но ведь это же слишком много бедной девушки, чтобы быть сытой. Но слишком мало, чтобы стать счастливой. Почему же? Видите, мой сеньор, когда я была маленькая и докучала знатным сеньорам песнями и плясками, мне кидали несколько грошей, чтобы отделаться от меня. И я была счастлива, когда имела на завтрак кусок хлеба. А теперь, когда я стала взрослая, меня больше не гонят. Меня слушают.
и даже как-то странно разглядывают. И мне не кидают больше жалкие мараведи. Мне дарят реалы, а иногда даже золото. Так в чем же дело? Это золото, монсеньор, мне сделало несчастье. Когда я по вечерам считаю подаренные мне монеты, я прихожу в отчаяние, когда подумаю, сколько мне еще не хватает, чтобы оплатить красивые платья, дорогие уборы, драгоценные камни. Словом, все то, о чем я мечтаю, чем владеют только знатные герцогини, которым я так завидую. Вы тщеславны, дитя мое. Это прекрасно. Вы смеетесь над моим безрассудством, не правда ли? Нет, клянусь Мадонной, нет. И я уверен, что в один прекрасный день вы получите все, о чем мечтаете. И у меня есть тайная надежда, что все мои мечты осуществятся. Но интересуются в Мадриде. Обо мне говорят особо очень высокого положения. Я одна, которая выше и могущественнее всех. Король. О ком же вы говорите? О королеве. О королеве. Она не раз останавливала коляску, чтобы послушать меня. Да, монсеньор, я заставляла плакать королеву. Королеву, которая так счастлива и богата. А это труднее, чем заставить смеяться наш бедный народ, который мог бы скорее проливать горькие слезы, вспоминая свою тяжелую долю. А он смеется, несмотря ни на что, радуясь моим действиям. Наши пути сошли. Цели различные. Ты сумела разбудить мертвое сердце короля. Я помогу вам, ваше королевское ничтожество, достичь желанной цели. Уличная плесунья станет любовницей короля. И тогда я жестоко отмщу королеве. Оскорбить первого министра. Отвергнуть пламенную любовь того, пред кем трепещет вся Испания. Ну, хорошо же. Я разожгу в вашем сердце ревность. Я представлю вам доказательства измены короля. И когда ваше отчаяние дойдет до предела, посмотрим, сможет ли униженная, брошенная женщина отказать мне в том, чем посмела отказать королева. Но как добиться желанной цели? Жалкие мошенники! Вы же жалкие мошенники, которых я охотно проучил бы, если бы не боялся замарать о вас свою шпагу. Я сел играть с честными бродягами, а они обчистили меня, как настоящие вельможи. Черт. Ничего мне не оставили. Если провидение пошлет мне сытный ужин и удобный ночлег, то свежий воздух послужит мне пищей и звездное небо покрывалом. Ну что ж, постель не жаркая и ужин не тяжел. Да, жизнь на радость нам дана, и хоть забота она полна, пока струится в жилах кровь, вкушай вино, вкушай любовь. Дон Сезар де Базан. Дон Сезар де Базан. Дон Хосе де Сантарен. Давно мы не видались с вами. Это правда, с того самого дня, как я покинул Мадрид, мой родной город. И вы о нем очень сокрушались. Очень. Он так долго ждал моего возвращения, так тщетно разыскивал меня. Для чего? Для того, чтобы арестовать. Арестовать? У вас за что? Какое преступление вы совершили? Сонет. Сонет.
написал любовный сонет. О любви до Сезара к его возлюбленной? Нет, о любви папского нунция к чужому добру. И за это вас преследовали? За это. Еще за один удар шпаги. Удар шпаги? Да, который я направил в сторону не совсем угодной святой инквизиции, которому убил. Убил? Убил. Одного из ее верных слуг. Герцога Оливарес. А за что? За то, что он хотел сжечь на костре моего друга Маталёбуса. Друга? Да, моего друга. Который привел во дворец всех голодных башмачников и каменщиков Мадрида и читал прошение королю под дружные крики «Долой, герцога Оливарес!» Но теперь, надеюсь, вы раскаиваетесь в этом поступке. Я? Нисколько. Но у вас было благородное имя и большое состояние. Я сохранил одно и потерял другое. Нет нужды говорить вам, что я оставил себе. Итак, убив герцога Оливареса. Я покинул свое неблагодарное отечество, но я не знал, куда направить свои стопы. И вдруг мне в голову пришла блестящая мысль. Я никогда не видел Везувия, синего неба, который его венчает. Отправлюсь в Неаполь, подумал я. И я пришел туда. Но что меня там ожидало? Я провел эти 3 года среди любовных похождений, еще более фантастических. Среди дуэлей, самых баснословных. В конце концов, я примирился и с этим. И полюбил. Полюбил этот город нежной любовью. Полюбил так, как должен полюбить каждый свою вторую родину. Тем более, если он не имеет никакой другой. Но какое вероломство. Она тоже предала меня. Однажды, ах, это был ужасный день, я оказался вновь выброшенным в пространство. Меня снова преследовали. На меня выпустили целую свору бешеных собак. Какая-нибудь любовница, неутешная, ревнивая жертва. Да что вы, мои кредиторы. Но я не хочу об этом вспоминать. А что же вас снова привело в Мадрид? Надежда. Сладкая, безумная надежда. Вернусь туда, говорил я себе. Счастье мне улыбнется, и я найду всех своих кредиторов мертвыми. Какое заблуждение. Тот, кто тебе должен, может умереть. Тот, кому должен ты, не умрет никогда. Несмотря на мое долгое отсутствие, количество моих кредиторов росло. Они продолжали размножаться. Каким образом? Господи, рожали детей. Ну, что нового в Мадриде? Все так же пьют, все так же поют, все так же голодают и все так же дерутся? Нет, дуэли теперь стали редки. Король издал указ. Сто чертей. Смерть за один удар шпаги. Да, тот, кто будет драться, будет расстрелян. Это в течение всего года, за исключением святой недели. Ну, а тот, кто дерется на святой? А тот будет повешен. Ах, черт, как раз сегодня оно начинается. Совершенно верно. Ну что ж, спасибо. Спасибо за предупреждение. Я буду тих, как ягненок. Я не хочу быть повешенным. Ну, а что касается расстрела, об этом я успею подумать еще на будущей неделе. Да, но вы мне ничего не рассказываете о себе. Вы были так честолюбивы. Ну, чего вы достигли? Чем вы стали? Рассказывайте о себе. Не трогайте меня! Ты, крошка, должен вернуться к своей маме, осушить слезы и больше не думать об этих глупостях. Вы ошибаетесь. Раз я решил умереть, значит, всегда сумею найти средства. Что? Кто это говорит о смерти? Ребенок? Ребенок, который хотел утопиться. Утопиться в воде? Ну, а в чем же, по-вашему, нужно топиться? Ну, это безразлично. Итак, ты хотел утопиться? Не хочу этого сейчас. Господи, неужели в таком возрасте ты уже имеешь кредиторов? Я обучаюсь оружейному делу. Мне поручено наблюдение за мушкетами караульной стражи. И ты хотел утопиться, хотя у тебя под рукой было столько оружия. Дитя, ты не любишь своего ремесла. Я хотел утопиться, потому что сегодня утром мушкеты оказались в плохом состоянии. Один из господ капитанов приказал дать мне за это 50 ударов палкой. 50? Да, но это слишком много. О, я не испугался количества. Я не боюсь боли. Я боюсь позора. У него есть сердце, у этого мальчика. Мы постараемся тебя спасти, крошка. За моей спиной, крошка, тебя защищает Дон Сезар де Базан и его шпага. Не забудьте о королевском указе. А, черт, ты о святой неделе к тому же. Пощадите, капитан.
выполняя исправно свои обязанности, и ты избавишь себя от наказания, а меня от твоих слез и глупых просьб. Взять его одно мгновение. Разрешите? Позвольте, господин капитан, обратиться к вам с несколькими словами в защиту виновного. Господин капитан, я понимаю, вам все это надоело. И слезы, и просьбы. Все это вы можете прекратить одним словом. Помилуйте его, господин капитан. У меня новый плащ, и я не хотел бы иметь на нем пятен. Ох, если бы не святая неделя. Господин капитан, я убежден, что вы порядочный человек. Я заложил свою честь, чтобы получить прощение этому ребенку. Так вот я вас прошу, я вас заклинаю. Этот капитан слишком заносчив. Я вас умоляю! Когда, наконец, этот бродяга кончит? Милейший! Милейший! Я ничего не могу для вас сделать. Нет? Нет. Ну, хорошо. В таком случае сейчас я с ним что-нибудь сделаю. Наглец! 100 000 дьяволов, это уж слишком. Прощай, святая неделя. Господин капитан, я вас сейчас убью. Что? Любопытно, каким образом? Каким образом? Вот этой самой шпагой, которая окажет большую честь вашей, скрестившись с ней. Так как меня зовут Дон Сезар де Базан, граф де Гарофа. Граф де Гарофа? Да. Который имеет право оставаться с покрытой головой в присутствии самого короля. Я снял шляпу перед вами. Я вас просил. Просил? Просил. Покорно, кротко. А вы отвечали мне дерзко и заносчиво. Я взывал к вашему состраданию, а вы обращались со мной как с собакой? Как с собакой. Клянусь всеми святыми. Вы злоупотребляете моим терпением и королевским указом. Вас хорошо откормили, господин капитан королевской стражи. Хорошо откормили? Очень хорошо откормили. И так как дьявол не обращает внимания на святую неделю и не соблюдает поста, я решил вас отправить к нему на ужин. Дуэль! Да, если вы не окажетесь трусом. Зачем? Я могу предсказать твое будущее гораздо лучше, чем ты это делаешь другим. Я. Дон Хосе де Сантарем. Первый министр? Если будете слушаться моих советов, то очень скоро станете знатной и богатой. И вам будут завидовать герцогини, которым завидуете вы теперь. А что? А что нужно для этого делать? Молчать. Господа, я к вашим услугам. Ну, идем. За одни только сутки арестован, осужден и приговорен к смерти. Ему осталось жить всего 2 часа, а он спит. Сеньор! Сеньор! Кто это меня там будет? Ах, это ты, крошка? Фух,
Какая неосторожность прервать такой чудный сон. Мне снилось, будто повесили всех моих кредиторов. Как это было? Это было восхитительно. Который час? 6 часов. Только и всего. Значит, в моем распоряжении осталось целых 2 часа. Черт побери, что я буду делать столько времени? Лосаривио. Да, сеньор. Вот если бы тебя приговорили к смертной казни, и в твоем распоряжении осталось бы 2 часа жизни, на что бы ты их употребил? Я бы исповедовался в своих грехах, сеньор. И тебе было бы достаточно 2 часов. Впрочем, ты еще так молод. Да, мой мальчик, я широко и весело пожил. Видишь ли, я испытал все радости и превратности жизни. Я исчерпал до дна чашу земных наслаждений. Я стал нищим, но был счастлив и доволен своей судьбой. Я пил воду из фонтанов и по целым дням мечтал о жирном, сочном куске мяса, вздыхая около открытого окна какой-нибудь кухни, и писал сонеты толстой доброй служанки, вдыхая аромат пира и вкушая остатки пирога. Но как тебе это нравится? В дни изобилия все блестящие вельможи, вся знать были моими приспешниками. Еще вчера все голодные нищие Мадрида составляли мою свиту. Друзья богатства и друзья нужды. И что же? Ты видишь, как они меня любят. Их так огорчило мое присутствие здесь, что ни один из них не пришел навестить меня. Кроме меня. Дон Хосе, вы у меня в тюрьме. А почему это вас так удивляет? Я всегда был вашим другом, Дон Сезар. А искренний и верный друг должен оставаться таким до последнего мгновения. Вашу руку. Охотно, после таких дружеских заверений. Я только что узнал о печальном конце вашего приключения. Ну, было бы напрасной потерей времени утешать вас добрыми надеждами, когда вам осталось жить всего лишь 2 часа. Вы ошибаетесь. 1 час и 3/4. Вы точны. Жизнь. Жизнь так коротка. Но ваша еще достаточно длинна, чтобы успеть выслушать то, что я хочу вам рассказать. Я пришел, чтобы узнать ваше последнее желание. Я готов дать вам все, чего вы захотите. Кроме самой жизни, разумеется. Неужели меня считаете таким нескромным, что я могу вас спросить об этом? Итак? Итак? Ничего не хочу. И ни о чем не сожалею. Хотя нет, постойте. Вы, вероятно, видели, когда входили сюда молодого человека, почти ребенка. Юношу, из-за которого вы дрались на дуэли, и из-за которого вы должны умереть? Да, этим я обязан ему, этому крошке. Я всегда кому-нибудь что-нибудь должен. Так вот, я не хочу, когда меня не станет, и некому будет защищать его, чтобы он снова испытывал обиды и оскорбления от разных господ капитанов, которые вечно над ним издеваются. Сделайте что-нибудь для этого ребенка. Только и всего. Охотно. Я возьму его к себе и позабочусь о его будущем. Спасибо. Ну, просите, у меня так мало. А вы собираетесь спросить у меня больше? Сначала покончим с вами. Итак, есть ли у вас еще какие-нибудь желания? Увы, Дон Хосе, у меня нет никаких желаний. Быть повешенным. Все-таки какая это подлость? Вы не находите? Но я понимаю, можно повесить вора, можно повесить Алькада. Наконец, можно повесить моих кредиторов, они этого стоят. Но повесить Дон Сезаро де Базан последнего графа де Гарофа? Нет, такая смерть слишком смешная и комична для меня. Как бы не так, чего я хочу? Я хочу, Дон Хосе, стоять с гордо поднятой головой перед дюжиной отборных гвардейцев, и чтобы дюжина добрых пуль размозжила мне череп и изрешетила мое сердце. Вот только так должен умереть Идальго. И только так вы умрете. Это правда? Вы клянетесь мне в этом? Моей честью и моей шпагой. Дон Хосе, я оживаю. Я начинаю снова дышать. Значит, дюжина добрых молодцов отправит меня на тот свет так же решительно и просто, как я сам готов туда отправиться. Дон Хосе, я сказал свои условия, теперь говорите ваши. Ну, и так, чтобы я умер сытым, за то, чтобы этот юноша был счастливым, за то, чтобы я был расстрелян, что вы хотите потребовать от меня? Очень немногого. Ну, это немного. Я хочу, чтобы вы всего-навсего... Да. Женились. Жениться мне? Да за каким чертом? Дон Хосе, объясните, для чего? Невозможно, это тайна. Дон Хосе, у меня осталось слишком мало времени, чтобы быть нескромным. Я не могу объяснить. Да?
Но, во всяком случае, это не из-за моего наследства, которое после меня останется. Так как кроме долгов и моего имени... Моего имени? Ну да, ведь я... Ах, так вот в чем моя ценность, Дон Хосе. Теперь я догадался, я понял вас. Что? Эта женщина без титула, но она хочет его получить. Эта женщина сгорает от желания стать графиней или герцогиней. Сознайте, что я отгадал. Быть может. В таком случае она его получит. Вы согласны? Да, я женюсь. Это занятие ничем не хуже других. И потом я беру жену всего на полтора часа. Надо быть большим неудачником, чтобы испытать семейные неприятности за столь короткую супружескую жизнь. Да, я женюсь. А как вы назвали мою жену? Я ее никак не называл. Ну, по крайней мере, она молода, красива. Не знаю. Да, но зато я знаю. Это должна быть какая-нибудь старая пуху кикимора. Держу пари на свою голову. Ах, да, я не могу на нее играть. Она мне больше не принадлежит. В таком случае держу пари на вашу голову, что моей жене 100 лет. Ну, я видел женщин в таком возрасте. На какой час вы назначаете церемонию? Я разрываю наше соглашение. Полноте. Хотя нет, постойте. Меня расстреляют когда? 8 вечера. Ах, вечера. Значит, еще до наступления брачной ночи. Ну, в таком случае опасность невелика. Я женюсь. Женюсь на вековой старухе, зажмурив глаза. Пройдите, дорогой. Там вы найдете все, что вам может понадобиться, чтобы предстать в подобающем виде перед вашей невестой. Чудесно. В таком случае отдаюсь я в полное ваше распоряжение. И разрешаю себя одеть. Пусть меня надушат. Пусть меня увенчают розами. Пусть меня женят. Ну, и пусть меня расстреляют. Клянусь, мой последний день оказался просто великолепным днем. Антонио! Проводи дона Сезара де Базан. И пусть принесут сюда роскошный ужин. Карл II, король Испании обеих Индий, даруем полное прощение дону Сезару де Базан, графу де Гарофа, во всех его проступках. Казнь назначена в 8, помилование придет в 9, дон Сезар будет мертв. Вие и счастье, и обман, полна душа, но пуст карман. Любви не долог, дивный плен, а человек и прах, и тлен. Нам радости, нам жизнь дана, и хоть забот она полна. Пока струится в жилах кровь, вкушай вино, вкушай любовь. Когда хрустальный слышен звон, дин-дон-дон, дин-дон-дон, в бокалах пенится вино и отражает благо дно. Сердце серенады жгут, и за углом красотки ждут. И снова молодость цветет, старуха смерть нас подождет. Пойдет королевское правосудие!
имени наихристианнейшего короля Карла II, короля Испании обеих Индий, повелеваем Дон Сезаро де Базан графу де Гаропа всемилостивейше заменить смертную казнь через повешение расстрелом. 12 мушкетов, заряженных в присутствии господ судей, будут отданы под надзор караульного оружейника или одного из его помощников. Дон Сезар будет отведен на главный двор крепости, где, преклонив колено, предаст себя Богу, после чего правосудие свершится. Так будет, Карл, король. Тра-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. За ее счастливое вдовство! Графиня де Базан, моя жена! Дайте руку, сеньоре. Руку? Наверное, какая-нибудь волосатая обезьянья лапа. Впервые вижу такую законопаченную женщину. Осталось меньше 10 минут. Предложите вашу руку, сеньоре. Вашу руку. Вся моя жизнь принадлежит вам, сеньора. Идемте. Где мы? Что это, тюрьма? Может быть, это монастырь? Остатки пиршества. Нет, это не тюрьма. Нет, это не монастырь. Бедные заключенные так не обедают. А бедные монахи пьют вино лучше этого. Что же это? Что же это? Какое, в конце концов, нам дело, что это такое? Дон Хосе де Сантарем сказал мне, садитесь в карету, следуйте, куда вас повезут, и ждите меня. Мы слепо ему повиновались, будем также слепо его ждать. Сядем. Ваша преданность Дон Хосе доходит до... До чего? Вы уже не человек. Вы принадлежность Дон Хосе, вы его вещь. Сядем. Вы что-то вроде паяца, которого он дергает за веревочки. Направо, налево. Сядем. И ваши руки, ваши ноги, и даже ваша совесть. Сядем. Вся это двигается, когда и куда он хочет. Сеньора, не оскорбляйте священных чувств признательности. Все, чем мы обладаем, все это только благодаря дону Хосе де Сантарем. Кем я был до встречи с ним?
кем я был до встречи с ним? Я был всего-навсего Дон Гераско Хакец де Бальзамо, Керец Перец де ла Ротундо. Керец Перец! Керец Перец! Дон Хосе де Сантарем сделал меня маркизом де Монтефиор и управляющим королевскими голубями. Это наследственный пост, который предоставит моим потомкам, потомков голубей его величества. Сеньор маркиз де Монтефьор, проводите ваш замок де Сан-Фернандо сеньору графиню де Базан. Вашу племянницу. Что? Племянницу? Не угодно ли? Что это значит? Племянницу, которую вы не видали 5 лет. А, да. Я думаю, даже гораздо больше. Молодая вдова? Нет. Граф де Базан, ее муж. Что это? Что случилось? Отвечайте. Ничего особенного. Успокойтесь, графиня. Просто расстреляли какого-нибудь солдата. Боже мой, как мне страшно. Прошу. Свершилось. Она вдова. Ага. Дон Сезар мертв. Так это не сон. Я жив. И значит, мне только показалось, что пули просвистели мимо моих ушей. Безусловно, вот они. Каким образом? Надзор за мушкетами был поручен мне. Это я сказал вам. Падайте и не двигайтесь. 12. Все тут. В конце концов, мне приятнее носить их в кармане, чем в своей груди. Бегите, покиньте Мадрид. Прощай. Постой. Но ведь если я мертв, значит, у меня больше нет кредиторов. А, черт. Но зато я женат. Thank you.
Вас не радует, графиня, развлечение, которым вас окружил маркиз? Быть может, чего-нибудь не достает в этом великолепном празднике? Нет, монсеньор. Здесь есть все. Не достает лишь того, о ком я мечтаю. Скоро вы увидите того, о ком мечтаете. Скоро увижу? Через несколько часов он будет с вами. Здесь? Нет. Пока над ним тяготеет смертный приговор, он не может показаться здесь, рискуя быть узнанным. Поэтому он просил меня говорить с вами от его имени. Недалеко от Аранхуэса, в чаще леса, есть одинокий дом, где он скрывается. Настанет время, и вы отправитесь туда. Когда посланный мной слуга объявит карета графини де Базан, следуйте немедленно за ним. А пока идите к гостям и ждите. Благодарю вас. Благодарю. На кого вы так внимательно смотрите, монсеньор? Я любуюсь моим произведением. Как быстро эта простая девушка превратилась в прелестную и благородную даму. Я уверен во всем, в чем уверены вы. У вас только так-то, дорогой маркиз. Кстати, как чувствует себя голуби, его величество? Я ими очень доволен. Они отлично размножаются. Благодаря вашим заботам, конечно. Ну что? Главный управляющий комнатными собачками короля становится стар. Мы подумаем о его замене. Ах, монсеньор, вы доверяете мне такой пост? Вы его вполне заслужили. Ты станешь сегодня любовницей короля. Король под предлогом ночной охоты посетит одинокий домик, где встретится с тобою. Предупрежденная мною королева в то же время прибудет в Аранхуэс. Я представлю ей доказательства измены короля, и гнев оскорбленной женщины сделает меня властелином королевы. Теперь или никогда. А вот и я. Здравствуйте, мой дорогой. Дон Сезар? Вы живы? Жив. Кто же вас спас? Кто-кто? Моя добрая фея, конечно. Ваша добрая фея? Но я же сам видел, как вас вели к месту казни после венчания. Да, но я шел спокойно и с улыбкой на устах. И действительно, когда прогремел залп, я подумал, что сейчас мою грудь наполнит тяжелый грубый свинец, я вдруг увидел вокруг своего чела облако порхающих цветочков, нежных и ароматных. Восторженный, восхищенный и благодарный, я упал, как упал бы на моем месте любой мертвый идальго. Но вы упали? Из вежливости. И чтобы получить впечатление, я ощущал себя мертвым. Какое заблуждение, это был только сон. И 2 часа спустя я очнулся в тайном убежище моего друга Мотолёбуса с бутылкой в одной руке и с бокалом в другой. Но ваши чудеса и волшебство на этом не кончились. Потому что вчера, когда я прогуливался в обществе 2 крестьян из отряда моего друга Мотолёбуса, я вдруг увидел проезжающую мимо меня коляску, в которой сидели 2 женщины. Одна из них юная и прекрасная. Другая, ну, я занялся только первой. Кто эта женщина? Закричал я. Один из крестьян ответил, что это графиня де Базан, которая вот уже месяц живет здесь, в замке де Сан-Фернандо. Я бросился вслед за коляской, и вот я здесь. Дон Хосе, где моя жена? Говорите скорее, потому что здесь не совсем безопасно для меня. Правда, я жив, но все же приговорен к смерти. Каковы же ваши намерения, Дон Сезар? Каковы мои намерения? Дон Хосе, как вы думаете, для чего заключаются браки? В конце концов, я женат или нет? Да, я женат. Моя жена очаровательна. Я люблю ее как безумный. И я хочу, чтобы она стала моей. Слава Богу, мои гости веселые и довольны.
Они неустанно пьют за здоровье графини де Базан, моей... Моей жены? Графини? Где она? Вы Дон Сезар? Ага. Дон Сезар, который умер? Довольно. И пусть ничто из того, что здесь сейчас произойдет, вас не удивляет. Дон Сезар, ваши права священны. Никто не собирается оспаривать их. Ваша жена, графиня де Базан, сейчас будет здесь. Потерпите немного. Она придет. Я увижу ее. Богиню молодости и красоты. Сеньор, не уходите. Побудьте со мной. Поддержите меня. Видите, я шатаюсь от счастья и восторга. Я охотно окажу вам поддержку. Дон Сезар, вот ваша жена. О, Господи, пощадите. Это не та. Это другая. Так вот, что скрывал проклятый Вуаль. Когда вы увидели в коляске двух женщин, почему вы не узнали, которая из них принадлежит титул графини? Скажите, каким путем можно поскорее выбраться из этого замка? Дон Сезар, графиня готова выполнить все свои супружеские обязанности по первому вашему требованию. Поддержите меня. Разве я сказал все? Простите, сеньор, я этого не хотел сказать. Нет, вы только посмотрите на эту старуху. Что он говорит? Дон Сезар, графиня готова следовать за вами. Не беспокойтесь, сеньор, я прежде всего благородный идальго, а не какой-нибудь забулдыга, который не знает, как бережно и почтительно нужно обращаться с женщинами. Я ничего не хочу и ни к чему не принуждаю. Нет, вы только посмотрите на эту старуху. Я еле сдерживаюсь. Нет, сеньора, нет. Может быть, спустя много-много лет я, может быть, осмелюсь. Но я никогда не осмелюсь. Но вы, сеньор, вы почти так же старый, как она. Но даже вы не хотели бы получить ее себе в жены. Нет, это уже слишком. Если она вам не нравится, по крайней мере, не разочаровал бы и других. Довольно. Дон Сезар, поговорим с открытым забралом. Нам нужно было только ваше имя, больше ничего. Мы брали мужем человека, которому оставалось жить всего лишь 2 часа. Да, и тогда я жаловался меньше, чем сейчас. Графиня де Базан вас не любит. Она мне начинает нравиться. Но мы можем сторговаться, потому что ваша жена богата, очень богата, в то время как у вас нет ничего. Монсеньор, вы не ошиблись. Мы вам дадим 6000 пиастров, если вы согласитесь объявить всем о расторжении этого брака. Всем? Вот это мне нравится, я обещаю. Если вы напишете и подпишете то, что я вам продиктую. Я напишу и подпишу, диктуйте. Перо и бумагу. Пишите. Я, Дон Сезар де Базан, граф де Гарофа, клянусь словом дворянина навсегда покинуть Мадрид, никогда в нем более не появляться, никогда не видеть графиню де Базан, мою жену. Вы мне даете 6000 пиастров. Я вам заплатил 12. Мою жену. Никогда не предъявлять ей супружеские права. Никогда. Подпишите. Карета графини де Базан. Она! Это что же, меня обманули? Вы поклялись словом дворянина? Собираете же обрывки моей клятвы. Подлый обманщик! Одно движение вы погибнешь! Тогда прочь с дороги! Десять альгвазилов! Погони за этим человеком! Задержать! И если будет сопротивляться, убить! Она приехала? Да, мансиньор. Хорошо. Доложите, мансиньор. Нет, ты
Ты не будешь докладывать ни обо мне, ни о том, кто придет? И о том, кто придет. Ты сопровождал меня во дворец? Да, монсеньор. Ты помнишь короля? Да, монсеньор. Он единственный, кто должен провести здесь ночь. А если сюда явится кто-нибудь еще? У тебя есть мушкет? Я пришел, чтобы узнать, не надо ли вам чего-нибудь еще. Нет, ничего. Благодарю вас, Дон Хосе. Вот и сбылись ваши мечты, Маритана. Но помните, я сделал все, что обещал. Монсеньор! Да. Он здесь. Вот ваш супруг, Дон Сезар де Базан. Он, тот, чей взгляд тогда на площади заставил меня содрогнуться. Почему вы удаляетесь от меня, сеньора? Это потому что... Простите. Вы так бледны. Что с вами, графиня? Действительно, я так взволнована. Но разве это должно вас удивлять? Наша свадьба была такой странной, необыкновенной. Сеньор... Сеньор, я боюсь вас. Боитесь меня? Вы страхом отвечаете на любовь мужа. Но мы желаем знать. Я хочу, чтобы вы мне сказали, почему вы боитесь меня? У вас такой суровый, такой властный взор. Я едва смею поднять на вас глаза. Но я боюсь вас. А если я постараюсь улыбнуться сквозь свою мрачную печаль? Если этот взгляд станет нежным и просительным? Но Дон Хосе уверил меня, что вы с нетерпением ожидали моего возвращения. Значит, он обманул меня. Нет, нет. Не вас обманули, монсеньор. Меня. Вас? Да. Я ждала своего супруга, чтобы возродиться вновь. Чтобы вместе с ним пропеть мои песни. Чтобы вместе с ним вернуться к моим добрым, верным друзьям. И вот явились вы. Я не узнаю его в вас. Значит, вам нужен супруг, беззаботный и веселый. Так улыбнитесь мне, моя любимая. И счастье, которым вы наполните мою душу, озарит мое лицо. По имя самого неба, сеньор. Я вижу. Я догадываюсь, сеньора. Я не один в вашем сердце. И вот почему вы сегодня отталкиваете вашего властелина,
вашего повелителя, вашего мужа. Да, вы правы. Вы мой властелин и повелитель. Вам приказывать, мне повиноваться. Она моя. Подлая манера встречать людей. Какой дьявол устроил мне такой горячий прием? Прошу прощения, сеньор. Я не имел чести вас заметить. Как случилось, сеньор, что вы проникли в дом через окно? Так случилось, сеньор, потому что дверь была заперта. Что вам угодно? Скорее говорите, что вам угодно. Если вы хотите скорее закончить нашу беседу, не спрашивайте меня тогда о том, что мне угодно. У меня слишком много желаний для одного короткого ответа. Но в конце концов, что привело вас сюда? Я увидел на балконе этого дома при свете лунных лучей женщину, которую хочу рассмотреть поближе. Женщину? Да. Я постучал в дверь, но мне отказались открыть. И лишенный возможности войти через дверь, я покорился необходимости и вошел через окно. Очевидно, поэтому в меня и стреляли. А, святое гостеприимство. Пуля пробила мою шляпу. По какому праву вы проникли сюда? Простите, сеньор, но если бы я имел права, я воспользовался бы ими прежде, чем по мне открыли огонь. Я хочу посмотреть на эту женщину, вот и все. А я не желаю, чтобы вы на нее смотрели. Ах, вот как? Значит, вы... Хозяин этого дома. Вот этого дома, в котором находится графиня де Базан? Вы ее знаете? Очень мало. Я ее видел всего только несколько минут. Но если она находится здесь, если это жилище принадлежит вам, тогда кто же вы такой? Я? Да. Я граф де Базан. Граф де Базан? Ну, сеньор, теперь вы знаете, кто я. Скажите мне, кто вы такой? Кто я такой? Король. Король здесь в этот час и моя жена. Ну хорошо. Если вы Дон Сезар де Базан, в таком случае я испанский король. Король? Всей Испании. Всей? Всей. И обеих Индий. Вы король. Как вы, Дон Сезар де Базан. Мой бог, вы удивлены встрече с вашим величеством. То есть я хотел сказать, с моим величеством. Карлом II. Без свиты, посреди ночи, наедине с женщиной, которая ему не принадлежит. Ну что же вы хотите, Дон Сезар? Мое величество скучает. Мое величество хочет рассеяться. Да, но необходимо, чтобы эта королевская шалость осталась в секрете. Но за вас-то я спокоен. Вы не выдадите мою тайну. Наглец. Но кто может быть этот человек? Ах, так вы Дон Сезар де Базан. Я его знаю. Я знаю всех моих подданных. Да, но если мне не изменяет память,
Этот Дон Сезар убил на дуэли вопреки нашему указу капитана нашей гвардии. Он был судим, приговорен и казнен. Он мертв или должен быть мертв? И вы, которые я встречаю здесь в добром здравии, говорите мне, что вы Дон Сезар де Базан? По какому праву вы живы, позвольте вас спросить? Вы Дон Сезар и громко кричите об этом. Да знаете ли вы, что если я сейчас позову стражу... Но я никого не позову. Но, ваше величество, забыло. Что мое величество забыло? Оно забыло, что жизнь Дон Сезара де Базан была спасена. По воле и по милости короля. Помилование было подписано в 9 часов вечера в день казни. Помилован. В 9 часов вечера? Значит, ровно через час после казни? В день казни. Ну, теперь вы понимаете, что вам нет никакой необходимости звать стражу. Как мне нет необходимости прикрываться титулом, который мне не принадлежит. Ах, так вы сознаетесь, что вы... Не король Испании, сознаюсь. Так кто же вы? Человек, который может шагать с открытым лицом, который может больше не скрывать своего имени. Дон сеньор. Что случилось? К вам гонец. Ваше величество, измена. Королева ночью покинула Мадрид и находится во дворце Аранхуэс, в 2 лье отсюда. Будьте осторожны, ваш преданный слуга. Предательство. Зачем она приехала сюда? Надо немедленно укрыться в лесу. Охота продолжается. Скорей коня. Он вас ждет. Ты служишь у Дона Хосе? Я самый преданный его слуга. Последи за этим человеком. Я его не покину. А главное, узнай его имя. Незнакомец. Наконец-то мы встретились с вами, сеньор. И это не без труда, с моей стороны, по крайней мере. Так как я должен был отделаться от преследования 10 альвазилов, которых мне пришлось спрятать здесь, неподалеку, со шпагами в груди. Я должен был выдержать радушный прием, оказанный мне выстрелом из мушкета. И все это для того только, чтобы увидеть вас. Чтобы увидеть меня? Не понимаю. Вы удивлены? А между тем мы с вами хорошо знакомы. И так хорошо, что я даже могу вам сказать, кто вы такая и что вы такое. Что вы сделали с моим именем и с моей честью, сеньора? О какой чести вы говорите? О моем имени и о моей чести. Так как я Дон Сезар де Базан. Вы? Этот человек сошел с ума. Вы не хотите мне верить. Я понимаю вас. Вы рассчитывали на мою смерть.
Вы пришли ко мне в темницу, чтобы взять только титул, который был вам необходим. Вы знали, что я умру. И, покидая алтарь, вы, может быть, прислушивались к треску мушкетов, которые должны были убить меня и вернуть вам свободу. Что вы говорите? И все это вы проделали только для того, чтобы прикрыть громким именем свое бесчестие. Что вы говорите? Что вы, Дон Сезар де Базан? Но это ложь. Дон Сезара я видела сегодня. Еще недавно он был здесь. Здесь никого не было, кроме вашего любовника. Здесь не было никого, кроме испанского короля. Короля? Да. Вы хорошо это знали. Но доказательства. Есть у вас доказательства того, о чем вы говорите? Если вы Дон Сезар де Базан, вы должны вспомнить ваши слова. Единственные, которые вы мне сказали, выйди из темницы. Мы вышли из темницы. Осужденный на казнь, я смеялся над своей предстоящей смертью и, протягивая вам руку, сказал: вся моя жизнь принадлежит вам, сеньора. Боже милосердный, это он. Я, которого вы считали мертвым, и который пришел, чтобы нарушить ваш королевский роман. Дон Сезар, не оскорбляйте меня. Я прошу вашей защиты. От кого, позвольте вас спросить? Вы считаете меня их соучастницей? Но я ничего не знала об этом. Я была как в тумане, не знаю, куда меня ведут. И не говорите мне, что за спиной жены Дона Сезара стоит любовница короля. Этот человек, я его видела впервые. Я ему сказала, что он внушает мне ужас. Но доказательства? Какие доказательства вы можете дать мне в свою очередь, сеньора? Доказательства? Идемте. Вы мой муж. Вы будете моим судьей и господином. Встаньте, сеньора. Если я не достойна вас, вы меня убьете. Окружить замок! Вход и выход свободен для всех, кроме графиня де Базан, выполняйте. Сеньор, не покидайте меня. Успокойтесь, сеньора. Вы не будете любовницей короля, пока не станете вдовой графа де Базан. Дон Сезар, дайте мне честное слово, что исполните мою просьбу. Приказывайте, сеньора. Бегите к королеве. Скажите ей, что меня раньше звали Маританой, что я уличная танцовщица, которая не раз заставляла ее проливать слезы. Расскажите ей об опасности, которая мне угрожает. Я прошу вас большой жертвы. Я прошу, чтобы вы шли умолять женщину, когда здесь могли бы сражаться с мужчинами. Но если вы это сделаете, я отдам вам все, чем владею. Вам, который жертвует для меня. Вам все мое существование. Вся моя жизнь. Сеньор,
Этими словами вы совершили чудо. Дон Сезар, ваш супруг и защитник, воскрес. А теперь Аранхуэс, королеве. Боже милосердный, прошло 3 часа, а его все нет. Ведь он же знает, что я здесь одна и умираю от страха. Что это? Он приехал! Дон Сезар? Король. Оставь нас. Ну? Лосарильо, исполняй приказание Его Величества, короля Испании Карла II. Что я слышу? Проклятие. Кто посмел? Кто предал меня? Я могу вам сказать, кто вас предал. Ваше Величество. Говорите. Тот, кто вас предал, это человек, заставивший совершить вас вероломство, подсказывая ложь, недостойную короля. Сеньора. Который сказал мне, вот ваш муж, вот граф де Базан. Хорошо. Если вам открыли мое имя и мой титул, я хочу, чтобы вы узнали всю правду. Я так хочу! Когда я впервые увидел тебя, Маританна, во мне возникло желание, огромное, безумное, непреодолимое желание, как и любовь, которую ты мне внушаешь. Я люблю тебя, Маританна, и клянусь, что ты будешь моей. Сжальтесь надо мной. Я буду вечно благословлять вас, если вы согласитесь уйти. Уйти? Мне? Теперь? Когда, наконец, настал для меня этот желанный день, который я призывал всею силою своей страсти? Оставьте меня, Ваше Величество. Я принадлежу другому. Что такое? Что вы сказали? Я сказала, что я принадлежу другому, для которого сохраню себя. И он меня найдет скорее мертвый, чем недостойный его. Кто такой? Кто этот человек? Этот человек мой муж. Дон Сезар де Базан. Дон Сезар де Базан мертв. Пока еще нет, Ваше Величество. Так как вы соизволили помиловать меня. Это мой муж, Дон Сезар де Базан. Он ваш муж? Если бы тот человек, который оскорбил ту женщину, был дворянин и солдат, как я, не знаю, дал бы я ему возможность обнажить свою шпагу. В таких случаях не сражаются. В таких случаях убивают. Но в вашем присутствии, так как вы мой король, я хочу обезоружить свой гнев и свою жажду мести. Я боюсь, Ваше Величество, я сам боюсь той бури, которая свирепствует в глубине моей души. И если она разразится, ведь не всегда же человек бывает господином своей воли и своих рук. Сеньор, вы говорите с королем Испании. А разве кому-нибудь другому я сказал бы? Возьмите мою шпагу и сломайте ее. Но все же оскорбленному супругу нужно отмщение. Нужно возмездие. Но какое? Что может он сделать, если оскорбление наносится с такой высоты,
Существует ли более ужасная пытка, чем кровь, которая не может пролиться? Да, существует. Ужаснее, чем кровь, страшнее, чем смерть. Негодяй, говорите, мы желаем знать все. Дон Сезар, это король. Король, пока он жив. Эта несчастная женщина просила покровительства сначала у Бога, а потом у той, чье имя повторяется во всей Испании с любовью у королевы. У королевы? Да, я поспешил в Аранхуэс. Вы осмелились? Я пробирался вперед, избегая встречи с мушкетами королевской стражи. О, небо. Пули не берут меня. Я пробирался вперед, рискуя жизнью, но с твердым намерением увидеть королеву. Вдруг я услышал два голоса. Мужчины и женщины. Король обманывает вас. В ту самую минуту, когда я говорю с вами, ваш муж в двух лье отсюда, в одиноком домике, лежит в объятиях своей любовницы. Между тем, как я люблю вас такой любовью, которая возвышает меня над ним, поднимает меня до вас. Вы хотите доказательств его измены? Поедемте. Вы догадываетесь, ваше величество, кто был этот мужчина и кто была эта женщина? Это был Дон Хосе де Сантарем, это была королева Испании. Что вы сказали? Повторите. Это ложь. Я уже сказал вам, ваше величество, что оскорбленному супругу нужно возмездие. В тот самый час, когда вы вероломно врываетесь в мой дом, величайшее оскорбление наносится вам во дворце. Министр предает своего монарха. Советник и друг короля объясняется в любви королеве. Не правда ли это чудовищная пытка, ваше величество? Дон Сезар де Базан, берите вашу шпагу и защищайтесь. Кровь за кровь. Я больше не король Испании. Нанесенные мне оскорбления и измена сделали нас равными. Защищайтесь, или я вас убью. Слишком поздно, ваше величество. Неужели вы думаете, что я не наказал подлеца, который покушался на мою честь, чтобы лишить вас вашей? Возьмите вот цепь, которую вы возложили на грудь Дон Хосе де Сантарем и которую я снял с его трупа. Вы его... Я ударил его рукой по лицу и нанес ему удар шпагой в сердце. Я спас вашу честь, ваше величество. Что же вы теперь будете делать без своего Дона Хосе де Сантарем? Моя племянница, наша племянница, возлюбленная короля. Это не хуже самого Дона Хосе. Керес Перес де ла Ротундо себя еще покажет. Имейте в виду, пост первого министра свободен. Сеньор! Король попал в западню. Спасем короля! За мной! Ваше Величество, я счастлив видеть вас в полном здравии. Племянница маркиза. Что здесь происходит? Король и графиня де Базан. Успокойтесь, сеньоры. Мы находимся в доме графа де Базан, самого гостеприимного во всей Испании. С этой минуты я вас оставляю при себе. Здесь, в Мадриде. Ваше Величество, я предпочел бы получить пост в Гренаде. Почему? Потому что Гренада еще дальше от Мадрида. Понимаю. Сеньоры, приветствуйте графа де Базан, наместника Гренады. Ну, чем я могу отблагодарить вас, сеньора, за ваше гостеприимство? Ваше Величество, у меня к вам одна просьба. Прикажите разыскать мое платье уличной танцовщицы, в котором я была так счастлива, и велите вернуть его мне. Как, сеньора, разве это платье, которое вы носите? Это платье, эти дорогие камни, о которых я когда-то мечтала, были даны мне за то, чтобы купить мою честь, чтобы заплатить за вечную разлуку с моим мужем. Я не могу быть счастлива, пока не сниму их.
немедленно разыскать и принести платье сеньоры. Благодарю вас, ваше величество. Дон Сезар. Узником, заключенным в крепость, вступили вы в брак со мной. Хочет ли Дон Сезар де Базан, граф де Гарофа, соединить свою судьбу с судьбой безродной цыганки? Пусть этот поцелуй будет тебе ответом, дорогая. Ты улыбнулась, моя любимая. Но почему же слеза сверкнула в твоем взоре? Я подумала, что когда вы будете наместником Гренады, мне не придется петь на улицах Мадрида. И мои друзья навсегда забудут обо мне. Мы покинем Мадрид, дорогая. Это будет безопаснее для тебя и для меня. Ты будешь петь песни. Песни моей нежной любви к тебе. Их напишет поэт де Базан. Ваше Величество, Дон Сезар де Базан, граф де Гарофа, больше не существует, а поэт де Базан возвращается снова к своим друзьям. Пост наместника Гренады остается свободным. И свободными остаются Маритана и де Базан.